Девочки, всем привет! Я к вам с видео. Пришла я из ДМ. В ДМ я заходила, потому что я дома оставила свою базу и лак. Вы знаете, что интересно? Купила, короче, вот этот лак от Catrice, который называется... Он сейчас, к сожалению, из этой серии один остался. Номер 100. Пати... Секундочку. Party Animal, да? Такой красивый лак. А, когда я ехала в самолете, знаете, что произошло? Я его отдавала в большой багаж. Не знаю, что это такое. Высота, температура или еще что-то. Короче. И вот розовый, вот такой вот лак я тоже везла. Каким-то образом... Не лак протекал, а как будто... Или как будто лак все-таки протекал. Но это было так странно. Короче, вот такой лак я оставила дома и купила себе новый. Не успела накрасить, девочки. Я сегодня работала просто. Либо отснять видео, которое мне прямо срочно нужно сейчас отснять. Либо ждать до завтра. Ну, я прямо горю вам желанием показать мои покупочки, но это не косметические, это парфюмерные покупочки. И вот такой вот от Манхэттен я базу покупаю, мне очень нравится. То, что там дома оставила. Сори, горло все так не проходит. До конца достаточно кашель как-то. Так, девочки. Да, есть еще, я вам помните, в собиралке говорила, что я заказала маленькую посылочку с... косметика, ну там реально мало, но это не важно. Короче, из-за чего все видео, почему мне срочно надо снимать, я двигаю все другие видео, которые я тоже загрузила и должна выйти на днях, значит, будет подряд, будут подряд выходить, каждый день будет видео. Наверстываю упущенное, девочки, я увидела новые ароматы Уля Риф. Это эликсир. И это, на самом деле, там три, но я купила два. Два из Ля Ривов. Там три новых. Третий я тоже куплю. Когда куплю, тогда, наверное, во влоге вам покажу. Короче, вот эти два. Давайте скрывать. У них были пробники. Вот это я сразу поняла, что мне кто-то писал, что у Ля Рив будет дюб на Эли. Так, но его не было, я все искала информацию, как он выглядит, мне было интересно, как флакончик будет выглядеть, вот. А, возможно, но его уже, я в отпуске была, до отпуска я не видела новые ароматы, а, видимо, где-то, может быть, в мае, не знаю, ну, в нашем ДМе, скорее всего, в мае были. Смотрите, какая очень элегантная коробочка, очень мне нравится, красиво. Так, и к самому аромату. Картонная пыль, бумажная пыль. Девочки, он действительно фиолетовый. Так его не видно, кажется, что черный, да? А что, если я, секундочку, сейчас подсвечу фонариком вам с другой стороны? А, вот, замечательная идея, видите? Видите, он фиолетовый. И я думаю, что это, конечно же, ну, стекло фиолетовое, да? Красота вот такая. Та-да! Вот, такая прелесть. На фрагрантике его еще нету. И пирамиду вот этого аромата я брала с... А вы знаете, а я Эллен не отфоткала. Я помню, ну, по-моему, если не ошибаюсь, то и Мюглер, они только три ноты заявляют. Если не ошибаюсь, кашемир, амбра и жасмин. Вот как-то так. Сейчас гляну, девочки, не поленюсь. Секундочку. Так, ну давай. Сейчас. Так. И... Так. Вот. Сейчас я вам точно скажу, какая там пирамида, потому что здесь... Пирамида намного богаче. Я думаю, понятно, потому что, ну, не пахнет мне
не пахнет не эллен, исключительно жасмином. Потому что жасмин я отлично знаю, как пахнет в ароматах. У меня есть от нет, скажите, Ивраше, вот этот андр жасмин, там очень яркий жасмин, он такой натуральный, на него аж пчелы летят. Потом жасмин, ну, мне много жасминовых ароматов. У Жанна Артес у меня есть роза жасмин, и там тоже жасмин такой вкусный, жвачный, и сразу понимаешь, это жасмин. Потом в аромате Эйвен премьер люкс, там тоже жасмин очень яркий, такой сочный, плюс такие немножечко богатые, элегантные нотки там есть. Так, Эйлин, вот. Поэтому я не верю. Я долго на пирамиду. Вот, точно, вот. Жасмин, самбак, кашмиран и амбра. Ну, не может быть три ноты. И смотрите, что заявляет пирамида. ДМ. ДМ я фотографировала. Сейчас, секундочку. Вот оно. Так. В верхах мандарин, акватические акценты. Давайте, знаете, давайте я пшикну. Элен, я хорошо знаю. Пахнет замечательно, отлично. Отличный закос на Элен. Шикардосно. Акватических нот пока не слышу вообще. Старт Элен. Чуть-чуть по сравнению с, скажите, по сравнению с Элен, с оригиналом. Здесь есть немножечко спиртовые нотки в начале. Прям очень ярко бьют в нос, но потом уходят сейчас. В сердце у нас апельсиновый цвет, жасмин и иланг-иланг. И в базе сандаловое дерево, амбра и кашемир. Ну вот, видите, жасмин, амбра, кашемир, а все остальное. Мандарин, иланг-иланг и апельсиновый цвет. Ну, вполне могут быть. Поэтому и аромат такой интересный, и древесные нотки тоже. Он такой загадочный. Короче, мне очень нравится, как почитателю Эллен, я говорю, да, этому аромату шикарно, девочки, можно брать. Мне было даже, там тестер стоял, я его пшикнула и подумала, блин, какой замечательный, может быть, сразу две штуки взять. О, боже мой. Но сейчас все будут пахнуть Эллен. Ну ладно, мне не жалко. Мне не жалко, потому что я им не так часто сейчас пользуюсь. Ну блин, может один еще на работу купить. И там оставить коллеги задохнуться. Я же поэтому и Мадонну брала в несколько штук. Девочки, 6 евро. Давайте не буду убирать, оставлю здесь. И коробочку так переверну, ну, потому что она прямо очень красивая, я считаю. Девочки, 8 минут. Я просто в таком восторге. Так, следующий аромат. Это я его не узнала. Метафор называется. И я, когда его распрыскала, то я не узнала. То есть мне показалось невероятно знакомое ощущение, что, ну, я однозначно знаю его, но я его не угадала. У меня его нет в коллекции. И метафора – это закос на, скажите, пожалуйста, на Линтарди у Дживанши. Ну, тоже красивая какая коробочка, посмотрите. И вот эти вот полосы красные на белом фоне, так же, как немножечко у Энн Кляйн, только у Энн Кляйн не белая коробка вот здесь, а с желтым подтоном белый у нее. Это делает, конечно, для меня еще очаровательнее, но я поняла, что белый вот с красным чем-то меня прямо очаровывает это сочетание. Какое-то элегантное, королевское, аристократическое. Так, какой здесь флакончик? А там без крышечки, конечно же, тестер был. Поэтому крышка для меня сейчас удивление. Ну, пойдет. Очень нравится флакончик. Нравится, что здесь черный как-то градиент. С черного в такой желтоватый. Это жидкость желтая. Стекло потом обычное прозрачное. Очень красиво закругленные углы. Шикардосно. Так, мне нужно другую салфетку взять, потому что Элен, он очень диффузный. Очень.
Элен Ата Эликсир для риф очень диффузный, девочки. Он сейчас заполнил все пространство. Неужели у меня Элен тоже так ярко пахнет? Мне кажется, он более такой, более интимный. Ну, я его всегда так. Хотя нет, когда я встречаю на других, то он шлейфовый аромат, очень шлейфовый. Да. Так, пробуем метафору. Надеюсь, перебьет мне эликсир запах. Так. О, стартует прям ярко туберозой. Ну да, вроде Живанши прям туберозой и ярок этой ноты. И, вы знаете, стартует красиво туберозы, но добавляется немножечко спиртовой старт. Добавляется. Ну, может быть, это новый аромат. Может быть, такое. Не обязательно, что он будет так дальше пахнуть. Так, пирамида Ля Рива. Груша в верхах, бергамот. В сердце апельсиновый цвет, жасмин, самбак и тубероза. Ну, тубероза однозначно, да, и очень яркая. Прямо. И в базе ваниль, пачули, амбраксан и ветивер. Девочки, однозначно тубероза с ванилью. Вот на данный момент чувствую вот эти две ноты. Не пачули я и так не чувствую, не ветивера. Жасмин здесь не яркий. Может быть, на коже, не знаю. Вообще, я Ля Ривы на коже не ношу, я их наношу на одежду. Поэтому, я думаю, не имеет смысла на коже их носить. А вот следующий аромат, последний, я нанесу на кожу. Ну, пока больше ничего. Вы знаете, я отложу салфеточку, на которую я пшикнула, а потом еще раз пригублю. Так, девочки, а последний аромат, который я брала, это не из новинок. Вот там третий аромат есть. Какой-то там 315. Ну, короче, это Каролина Херрера. Дюб на какой-то аромат. Короче, потом попробую. Там пробника не было, и я его не взяла. Но я его все равно потом куплю, потому что я с удовольствием покупаю Ля Рива, они недорого стоят. И потом, если мне не заходят со временем, я их просто даю подружке. Она радуется. Потому что я думаю, ну, если я потом соскучусь, я потом куплю опять. Хотя сейчас с той скоростью, с которой Ля Рива начинают снимать ароматы, и потом онлайн их не найти, вы знаете, может быть, я иду куплю какие-то любимые. Потому что некоторые пропали. Ля Флёр, я не вижу ядовитую девочку, которая. Что-то еще там. Если там Дестине, не знаю. Может быть, я его просто просмотрела. Короче, некоторых там действительно нет. Убрали. Может быть, пока на время, а может быть, чтобы освободить место. Может быть, они онлайн, а может быть, их нету. Так, девочки, следующий аромат, наверное, не всем будет интересно смотреть. Но я еще немножечко косметику вам покажу. Кстати, косметику я когда получала, и получила красный линтерин. Интересно, да? Руж. Пшикнуть его, что ли? Ну, давайте, пшикну. Главное, чтобы не закислила моя кожа. О, этот Линтерди прям очень пряный. Не супер красиво, честно говоря, пока сидит на моей коже. Дам ему усесться и потом попробуем. Иногда такое бывает. В моей коже не все ароматы красиво смотрятся, к сожалению, на горячей коже. Но за Живанши я такого не знаю. Сейчас гляну, пусть на кожу сядется, и я посмотрю потом пирамиду и еще раз попробую. Но аромат, который мне очень понравился, знаете, это аромат старой школы. Когда я сейчас посмотрела на фрагрантики, я посмотрела год выпуска. Короче, он меня очаровал. Такие ароматы почему-то покупают у нас бабулечкам. Бабулечкам. Ну, вы знаете, я люблю такие в ретро-стиле. Короче, девочки, это тоска. Посмотрите, она стоит всего лишь 9 евро. Я подумала, ну какой смысл ее 25 мл покупать онлайн, если я могу купить его в ДМ. Невероятно красивая капелька.
форме капельки флакон. А ничего такого, знаете, утонченного прям нет, но есть какое-то очарование в этой простоте. Так, давайте коробочку я пока закрою, чтобы не мельтешило. 8,95. Короче, коробочка миленькая. Знаете, какого выпуска? Ну, это формула. Как... Вот так вот, давайте сделаю. Какого выпуска формула этого аромата? Именно сама формула аромата выпущен. Выпущен, господи. Все, я устала. Так, секундочку. Где ты? Вот он. Он выпущен 1921 года. Получается, что это, в общем-то, самый старый по формуле аромат в моей коллекции. Так. Сейчас возьму новую салфеточку. Или на кожу. Попробовать его, ну, на другую руку тоже. Наверное, на кожу попробую. Так. Или сначала на салфетку, потом на кожу. Ой, какой он прекрасный. Вот прекрасный аромат. Но это для тех, конечно, для любителей. А, для любителей альдегидов из старой школы. Потому что очень ярко стартуют альдегиды. Однозначно, очень альдегидный аромат. Теперь я еще раз, а я еще удивилась, потому что я почему-то уже на человеке его ощущала как такой цветочно-терпкий аромат, но слегка альдегидный, слегка. Но старт у него действительно яркий, и да, вот этим альдегидным стартом ярким он, вот люди здесь отмечают просто, а я сначала подумала, нет, да быть такого не может. Не похожи они, разные ароматы. Да, разные. Но вот эти альдегиды действительно похожи на Шанель номер 5, согласна? Именно старт очень яркий, Eau de Toilette. Сравниваю с Eau de Toilette Шанель. И с чем я еще могу сравнить такие же альдегиды яркие, это Лиман, Лиман от Coty. Да, там тоже такие воздушные, яркие альдегиды. Как вкусно. Потом, вы знаете, для меня он стартует фруктово. Очень фруктово. Сейчас на коже ощущается фруктово аромат. Что-то такое сладкое и очень невероятно сочное. Сладкое, сочное. Так, что тут у нас? О, на коже он, конечно, красивее звучит. На моей коже обалденно. Даже как-то теперь какая-то сладость такая медовая на коже ощущается. При этом альдегиды все еще ярко пахнут. Они резкие, мягкие становятся, но вот они придают такую воздушность. Воздушность, как это говорят... когда вот именно свежесть утра, но именно как будто ветер. Очень вкусно. И вот эта сладость, знаете, я бы... Как тоска называется? Это не итальянский, потому что реально пахнет вот... Я не знаю, корзины итальянских фруктов. А какие? Давайте посмотрим на пирамиду. Что за фрукты? Мне интересно, потому что узнать я их не могу. Вот что я тоже начинаю чувствовать. Теперь понимаю. Так, теперь понимаю. Здесь, кроме альдегидов, вот оно в верхах. Девочки, также стартует вот альдегидами. Бергамот, апельсин, нероли, лимон. Апельсин. Вот сладкий апельсин. Потом иланг-иланг. Да, иланг-иланг. Точно. Иланг-иланг. Нарцисс нет, а жасмин, да. Розу не чувствую, ландыш не чувствую. Здесь очень цветочная середина. Иланг-иланг, нарцисс, роза, ландыш. Чувствую иланг-иланг на коже и жасмин. Альдегиды все еще продолжает пахнуть. И здесь
Французский лабдан, амбра, ваниль и пачули в базе. Но пачули здесь не яркие вообще, а скорее яркие амбра и ваниль. Очень согревающий аромат. Но вот за то, что за счет того, что очень яркая, сочная середина, альдегиды звучат на протяжении раскрытия, база мягкая и, да, ванильно-амбровая, окутывающая чудесный аромат. Вы знаете, он как, я бы сказала так, ой, девочки, не будет косметики в этом видео, потому что я болтаю о трех ароматах уже 20 минут. Но я в восторге. Я в восторге, мне очень понравилось. Так вот, пахнет этот аромат как прохладное итальянское утро. Вот когда выходишь на улицу, и ты понимаешь, вроде как уже начало октября, все равно еще бабье лето, но по утрам холодно, и нужно надеть кофту. И все еще есть цветы, какие-то воздухи и фрукты спелые. Прекрасный аромат. А кто у него парфюмер? Что-то тут не написано, кто парфюмер. Только что он в 1921 году он был выпущен. Интересно, а кем он был выпущен? Жалко, тут не написано. Было бы интересно про этот парфюм узнать побольше, потому что, ну, запах меня просто очаровал. Девочки, это must-have для тех, кто любит старую школу. Любите альдегиды воздушные? Берите. Любите иланг-иланг, сочность, вот сладость иланг-иланга и апельсиновую сладость? Берите. Вот оно как-то... Вот если бы не было альдегидов и убрать иланг-иланг, а оставить апельсин и жасмин, получился бы жвачный такой аромат, вкусный жвачный аромат, если бы был бы апельсин, жасмин и ваниль. Вот такой здесь жасмин. Для меня жвачно-конфетный какой-то. Ванили здесь очень много, я считаю. Так, все, девочки, я буду, наверное, прощаться. Такой экстренный выпуск. А, ну что же я творю? Я же хотела еще посмотреть еще разочек Линтер-Ди. Интересно. Но на бумажке и на коже он уже скатился, знаете, в обычно жвачную туберозу. Негромкий аромат Линтер-Ди, вот этот красный вообще. Может быть, потому что он новенький, знаете, я его не пшикала, он только пришел. Так, сейчас, секундочку. Линтер-Ди Руж. А, он тут же мне и вылез. Руж. Eau de Parfum. Это Eau de Parfum. Секундочку. Теплый, пряный. Белоцветочный, он туберозный. Да, ну, короче, то, что я и думала. Что тут люди говорят, знаете, про что? Про диффузность и всякое такое. А, здесь имбирь есть. Ну, не знаю, какой-то он простоватый. А, вот этот повкуснее будет. Классический. Живанши. Линтерди классический поинтереснее, на мой взгляд. Угу. Ну вот люди говорят, что он с классическим очень похож. Так. Где тут? Так, у меня не грузится, девочки, интернет. Что-то он не хочет. Так, вот что говорят про... А что я тут не могу увидеть другое? Где диффузность-то? Я вижу только два. А на фрагрантике с компьютера больше. А, вот он, шлейф. Многие говорят, что средний.
Либо заметные. Ну, заметные, наверное, те, кто на одежду пшикают. И говорят, очень стойкий. Очень много говорят, стойкий и среднестойкий. А что же с бумажкой? Так, ну я сделала, правда, один пшик на бумажку и на кожу тоже. Ой, на коже прямо, девочки, вот не сказала бы, что пахнет люксом. Вот как его, яркая тубероза в аромате латафы. Латафы, вот это Pride Латафа, как же называется, с чешуей. Аромат забыла. Но вот там такая же тубероза. Зачем переплачивать, если можно купить ту туберозу? Короче, красный меня что-то не впечатлил. Красный не очень. Ну, может быть, полежит, вы знаете, полежит и чуть-чуть наберет силу, и тогда меня впечатлит. Но пока что-то не очень. Тут как-то аромат поинтереснее раскрывается. Девочки, все, буду прощаться. Вы смотрите, на 26 минут наболтала, но я вся под впечатлениями. Мне очень понравились ароматы. Вот буду брать от Лериф еще третий. И тогда вам тоже расскажу мои впечатления. От этого просто в восторге. Однозначно возьму несколько флаконов, пусть в запасе лежат, потому что... Хотя его, наверное, так быстро не снимут, да? Или Мюглер... Ой, смотрите, это я так пшикнула. Или Мюглер может надавить, знаете, чтобы его сняли. Это же убытки, какие Мюглеру, если можно будет купить так задешево эликсир. Всем хорошего дня и до следующего видео. Всем пока-пока. Однозначно выйдут у меня еще некоторые покупочки. Я засняла, но я теперь все сдвину немножечко. Всем пока!